Всем привет! Меня зовут Наталья Юрьева, и я руководитель школы «Живопись маслом». В этом видео я расскажу, как заниматься живописью регулярно. Самая частая проблема наших учеников – как преодолеть лень. Так что ставьте лайк, если вы тоже долго не можете закончить свои работы, и смотрите этот ролик до конца. Тогда вы поймете, что вы можете все, и даже не сомневайтесь. Ну что, давайте разбираться. Как же сделать так, чтобы живопись стала вашей любимой привычкой, регулярной, которую вы делали, ну, практически каждый день? Ну, хочу вам дать один такой небольшой совет. Покупайте красивые художественные материалы, от которых, ну, у вас прям такой восторг, и что-то начинает внутри щекотать, что хочется раскрыть этот скетчбук, выдавить эти краски на новую палитру. Это очень вдохновляет, когда вы получаете удовольствие от материалов. Также, если у вас есть страх чистого холста и вы боитесь, не знаете, с чего начинать, купите какой-то тоже черновой скетчбук и прямо изрисуйте его, чтобы преодолеть вот этот страх чистого листа. Пусть это будет ваш какой-то специальный блокнот, который никто не увидит, но вы будете знать, что именно этот блокнот помог вам выработать привычку писать живопись регулярно. Также участвуйте в бесплатных вебинарах нашей школы, потому что наши педагоги, художники постоянно вдохновляют на какие-то подвиги. И очень многие могут делать первые шаги в живописи и закрепить привычку писать регулярно именно на наших бесплатных занятиях. Ну и сделайте к себе какое-то небольшое расписание или режим. Ну поймите, сколько времени вы готовы отвести для занятий живописи. Вы же это любите, вам же это нравится. Ну как вы можете себе в этом отказать? Можно, например, взять привычку каждые 20 минут в день рисовать или писать картины. Но главное, чтобы это было регулярно. Достаточно недельки, две, и может быть даже 21 день, тот самый, о котором все говорят, и вы себе уже закрепите привычку рисования. Ну и самое главное, расслабьтесь, делайте это все в удовольствие. Если в какой-то момент у вас что-то не получается, оставьте это, вернетесь к этому на следующий день. Самое главное, чтобы у вас закрепилось только позитивное ощущение от того, что вы занимаетесь живописью. И ни в коем случае это вас не расстраивало, не удручало, что вы в порыве рвете бумагу и раскидываете ее по всей комнате. Пусть это будет что-то приятное, воодушевляющее, такое волшебное. Ну и следуя всем этим советам, я думаю, тогда вы точно сможете с удовольствием внедрить себе эту привычку и писать каждый день. Ставьте лайк, если тема для вас была полезна. Не забывайте смотреть в описании, там всегда есть ссылка на бесплатный вебинар. С вами была Наталья Юрьева. Подписывайтесь на канал школы «Живопись маслом». И наша команда обязательно поможет вам научиться рисовать собственные шедевры с нуля. До встречи!